Всем привет, дорогие друзья! Добрый вечер! Из вечерней Алании. Сегодня у нас какое число? 19-е. Вчера у Айхана было день рождения, так что пишите все поздравления в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Ну а сейчас мы идем с вами гулять по вечерней Алании, и вот такая вот у нас сзади красота! Так, мама заходит в воду. Народ, как вы видите, купается. Поэтому вода, да, теплая. Вон наш дельфин поплыл. Всем привет! Сегодня 6 ноября, я купаюсь. Вода сегодня теплая, на удивление, а солнышко печет, 26 градусов плюс. Вода прозрачная и, на удивление, теплая. Поэтому, что будет завтра, не знаю. Сегодня хорошо. Я поплыла. На этом пляже, как вы видите, песок, камушки, все это смешано, песок не очень мелкий. При входе в воду здесь есть и песчаные входы, здесь есть и плиты. Есть плиты, смешанные с камнями, с песком, но вход здесь не такой хороший, и вода здесь не такая голубая, как на других пляжах Алании. Почему не такая голубая? Потому что дно здесь, как вы видите, вот такое вот темное, и вода кажется тоже темной, но по чистоте вода даже очень чистая и хорошая. На этом пляже расположено много пляжных баров, отелей, и сегодня, например, здесь нет волн. И, друзья, пока мы с вами спускаемся на пляж, расскажу вам несколько очень важных новостей. Заходите обязательно в сообщество и смотрите информацию о том, что если к 31 декабря, к полуночи, мы наберем 50 тысяч подписчиков, то мы разыграем путевку на двоих в Аланию с перелетом, проживанием, экскурсиями и трансфером. Поэтому обязательно подписывайтесь сами, агитируйте своих друзей, давайте наберем 50 тысяч, и каждый из вас, у каждого из вас будет шанс выиграть путевку в Аланию. Но мы подумали еще о другом. Для того, чтобы не оставить всех вас без подарков на Новый год, 1 декабря стартует 31-дневная акция подарков для всех наших подписчиков. Каким образом? У нас есть 31 подарок. И каждый день мы будем выходить в прямой эфир на 20 минут на YouTube и разыгрывать подарки. То есть каждый день в течение декабря. Поэтому стоимость подарков, которые будут разыграны, около 50 тысяч рублей. И все вы, у всех у вас будет возможность выиграть. Если мы не наберем 50 тысяч, и кто-то из вас не выиграет путевку, то 31 человек сможет выиграть разные интересные подарки в течение всего декабря. В общем, это очень классная штука. Ну и, конечно же, самая главная цель у нас – это набрать 50 тысяч подписчиков. И тогда кто-то из вас сможет приехать в солнечную Аланию
летом на неделю совершенно бесплатно и отдохнуть здесь. Поэтому, друзья, мы вас радуем классными видео, вы радуете нас подпиской, обязательно подписывайтесь, выигрывайте подарки в декабре, акция, подарочная акция 31-дневная, стартует 1 декабря, каждый день мы выходим в прямой эфир и разыгрываем подарки для наших подписчиков. Ну а 1 января, до 1 января набираем 50 тысяч подписчиков и разыгрываем путевку в Аланию. В общем, я надеюсь, я вас замотивировала, заагитировала, поэтому, кто впервые, подписывайтесь. И самое главное, в субботу в 4 часа у нас прямой эфир. Все ссылки, вся самая полезная информация в описании к этому видео. Ну а сейчас идем гулять по вечерней Алане. У нас сегодня очень тепло. Мы сейчас находимся на пляже Кейкубат, недалеко от отеля Banana Beach, и идем в сторону Обы. Вот эта вот набережная, она очень широкая, и на ней можно и просто прогуливаться, заниматься спортом, слушать шум машин, кататься на великах, в общем, и, конечно же, в теплое время дня отдыхать вот на этом пляже. Поэтому, друзья, сегодня вечером показываем вам, что происходит в Ноябрьской Алании. Как вы видите, у нас жарко, народ ходит в футболках. Сегодня у нас сколько? 25 градусов, днем, наверное, было точно. Погода ясная, дождика нет. В общем, очень-очень классно. И, как вы видите, вот такой вот у нас сегодня закат. Но если вы хотите увидеть самые лучшие закаты, отправляйтесь по ту сторону горы и смотрите закаты на пляже Клеопатра. В описании к этому видео оставлю ссылку на видео, как мы смотрели закаты. Ну а сейчас гуляем по набережной. С набережной открывается очень красивый вид на гору и на заходящее солнце. Вот вы видите, народ катается на великах, в шлепанцах, в футболках в конце ноября. Очень многие занимаются спортом на этой набережной, прогуливаются быстрым шагом, медленным шагом, бегают. Ну и мы решили тоже сегодня прогуляться, да? Да, по вечерней Алании. Если вас интересует, где Айхан, Айхан где? Работает. Айхан работает. А если вас интересует, знает ли мама турецкий, есть ли у нее подруги, так вот, мама знает турецкий, и подруг у нее тоже очень много. Это ответ тому, кто... И друзья. Да, и это ответ тому, на тот очень некрасивый и некорректный комментарий. Поэтому, друзья, у мамы все хорошо. Мам, у тебя все хорошо? Да. Особенно после того, как побывали в сказке. Да, видео с нашей поездки в Белик, в отель The Land of Legends, будет после этого видео. Поэтому смотрите его в эту пятницу. Ну, а мы идем дальше. Вот такая вот здесь зеленая территория. И здесь есть, помимо того, что здесь есть несколько детских парков с различными горками. Здесь есть теннисные столы. Вот как раз я уже вижу, слышу отсюда, что народ вечером приходит. Но сейчас народ уже не вечером, а в любое время суток, потому что не жарко. Если есть время, народ, вот увидите, приходит играть в настольный теннис и заниматься спортом. Вот на таких вот тренажерах. Правда, сейчас никто не занимается, просто сидят, но можно прийти и заниматься спортом вот на таких тренажерах, вот с таким вот потрясающим видом на закат.
В этом парке, кстати, всегда много народу. И здесь есть очень красивый фонтан, который включают, подсветку которого включают вечером. Те, кто на канале давно, вы уже видели этот фонтан, когда мы гуляли ночью по Алании. Постараюсь найти это видео, смотрите тоже в описании. Ну а около фонтана можно посидеть на лавочках. Вон он вдали виднеется. И особенно здесь красиво, когда, конечно же, фонтан зажигают подсветку фонтана, когда уже совсем стемнеет. Здесь вот такая вот детская площадка с горками. И вдали фонтан с беседками. Посмотрите, какая красота. Фонтан, закат, журчит вода. Ну, разве это не красота? Обязательно приходите сюда. Здесь очень-очень-очень красиво. Ну и, конечно же, покажу вам, как смотрится этот фонтан на фоне заходящего солнца. И еще раз, друзья, мы с вами идем на пляж и покажу вам красоту, всю красоту Алании в лучах заходящего солнца. Как вы видите, на пляжах уже убирают шезлонги. Точнее, убирают большую часть шезлонгов, а оставляют совсем немного, потому что днем, если ясная погода, то днем жарко даже в декабре, в январе. Очень тихо и, кстати, тепло. Сегодня вечером очень-очень тепло. Вот такая вот красота здесь и идиллия. Просто потрясающе. Рыбаки стоят, рыбачат. И представьте, какие шикарные фотографии получаются на закате. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Ну, а сейчас уже потемнело, солнце зашло, и мы гуляем по... мы приближаемся к Оби. Вот мы сейчас проходим мимо маркета, и вы видите, за мной стоят различные фрукты, овощи, которые вы можете покупать, когда нет рынка в вашем районе. В каждом квартале есть вот такой вот магазинчик, где продается все самое необходимое, и фрукты, и овощи. Поэтому, если у вас нет рынка, обращайте внимание на такие маленькие магазинчики. Сейчас градусов 20, наверное, да? Ну да. Сейчас градусов 20, но для тех, кто приезжает в это время, это очень такая комфортная погода. Мне немножко... Но мне прохладно только рукам. Поэтому очень даже тепло. Насчет купаться я не знаю. Народ, наверное, купается, когда жарко. Ну, между часом и тремя дня. Это, наверное, самое жаркое время. Ну, а так, конец ноября у нас, 19 число. Погода в этом году стоит шикарно. Мам, как тебе ноябрь, расскажи. Да, в этом году, мне кажется, ноябрь нам теплее, чем в том году. Погода 24-25, на солнце жарко днем. Вода сейчас похолоднее стала, градусов 23, наверное.
Ну, кто-то, наверное, купается, но для меня... Слушай, уже некоторые и в январе, в декабре купаются моржи. Ну, да. Ну, народ в декабре, в январе загорает, это точно. Да. Потому что на солнце можно лежать, и на солнце действительно жарко. В том году я видела, загорают. Да, так что, если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте у мамы, она знает про пляж все. В каком месяце купаться, кто в каком месяце... Потому что ты ходишь чаще, чем я. Летом-то ты вообще каждый день ходишь. Летом-то да, летом, потому что жарко летом, конечно. Ну а сейчас наступает зима, жизнь немножко становится выпадает тише. Снег. Снег выпадает в горах, выше в горах. Кстати, если вы хотите, чтобы мы поехали в горы и обязательно сняли снег, сделали снеговика, поиграли в снежки и показали вам, сколько снега выпадает в горах в Алании, обязательно пишите комментарии. И также в описании к видео смотрите видео про снег, как мы были в горах в 2017 году, когда было очень много снега. Сейчас мы в Обе. Что у нас интересного есть в Обе? Оба — это такой малоэтажный спальный район. Здесь есть, конечно, высокие здания, в основном это гостиницы. Здесь летом очень много народу, туристов, открыты различные рестораны, кафе, живая музыка, отели, анимация. А зимой здесь очень спокойно и тихо. Напишите, кстати, тоже в комментариях, в каком районе, я вас всегда спрашиваю, в каком районе вы любите отдыхать. Я знаю, что многие любят отдыхать на Клеопатре, на Домлаташе, но, кстати, очень многие любят отдыхать и в Обе. Поэтому тоже напишите, какой район вы любите. Если бы я приезжала в Аланию в отпуск, я, конечно, бы приезжала на Домлаташ. Почему? Потому что там очень красивый пляж, красивая вода в море, прям голубая-голубая. Очень близок этот район к центру, там есть канатная дорога, можно подняться на крепость быстро. Много ресторанов, магазинов, можно пешком дойти до центра. Близко к автобусным остановкам. В общем, у этого района только одни плюсы. Но есть один минус. В море бывают волны сильные, да? Потому что там такой, да, там такой берег идет вниз немного, и там бывают волны. Но это тоже классно. Это такой маленький. От берега отплыть и немножко. Ну да. Вот, поэтому вот такая вот жизнь и погода в Алании в ноябре. Мам, что еще рассказать про ноябрь? Что у нас на рынке? Гранаты. Мы для вас снимем в пятницу снова видео. Кто не смотрел, смотрите предыдущее видео с рынка. Что сейчас самое вкусное на рынке? Самое вкусное? Да все вкусное и свежее. Авокадо. Гранаты. Хурма. Хурма. Хурму в этот раз, в прошлый раз мы покупали хурму, которая была очень твердой, и она вообще не поспела. Мы ее засунули в морозилку и надеемся... Кстати, придем домой, попробуем, что с ней заморозилась она или нет. В этот раз купим спелую хурму, чтобы сразу можно было кушать. Что еще у нас на рынке? Бананы, но они всегда есть. Клубника до сих пор есть. Кстати, клубника вкусная была? Да. Мне тоже она понравилась. Клубника была такая прям, ну, вкусная. Зелень. Да. Все, что обычно, всегда. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, на наш Инстаграм. В декабре месяце вас ждет очень много подарков. И если мы наберем 50 тысяч, то кто-то из вас обязательно выиграет путевку в Аланию. Поэтому подписывайтесь, давайте знакомиться, общаться, дружить. В общем, мы с вами на сегодня прощаемся, потому что мы пришли к точке нашего назначения. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.